Это центральная набережная Салоу. Центральный пляж. Тут вот расположены вот эти штуковины. Для обзора неба, звезд. Как лископ, короче. Отдаешь 1 евро. Откуда ты знаешь, что евро? Ну, вот так если. 1 евро. Кидаешь и разглядываешь ночное небо, загорающих голых женщин. А сейчас что видно? Сейчас голые женщины. Много-много голых видно женщин. Видно что-нибудь? Нет, я еще евро не кидал. Куда кинуть? Пойдем, мне интересно сейчас. Сейчас еще не ночное небо, а голых ты и так рассмотрел. Не хочу. Сейчас я сам кину. Сейчас посмотрим. Может, там обзор был лучше, или нет? Или ты на голую тетку хочешь повести? О, да. О, все зафуречил. Ух, вот это да, увеличил. Да, и я тоже посмотрю. Да, прикольно. А сколько по времени там идет? Я не знаю. Бля, вообще люди как на ладони лежат. Да я тоже. Сисяндры. Да отойди своими сисяндрами, дай я посмотрю другое что-нибудь. Видишь? Я. Да вон ты резко, смотри, видишь. А. Вон все эти. Прикольно вообще. Бля, как на водик. Прикольная штука, надо ночью прийти. Все, отключился, наверное, минуту заеду.